вторая часть влога. Как вы уже поняли, я еду в лагерь на третью смену и, как всегда, беру вас с собой. Мы уже заселились, сейчас будем разбирать вещи. И суть в том, что у меня сегодня день рождения, и меня поздравили. Ура! Вот мои подарочки. Вот мы уже заселились. Снимать Олесе все же, конечно, лень, тем более сегодня мой день рождения, первый день, такая суета, никто никого не знает, и поэтому до следующего дня. Мы проснулись. Я проснулась очень рано, за час до подъема. Сегодня должен быть очень интересный и веселый день, потому что именно сегодня мы празднуем день рождения нашего лагеря «Салют». Будут продавать сладкую вату и попкорн, приедут батуты, будет концерт и много-много всего прочего. И если вам интересно, то оставайтесь со мной. Девочки со второй смены, и мы идем на праздничную дискотеку. Сегодня у нас очень жарко, поэтому в лагере будет проводиться водная эстафета в бассейне, а вечером, возможно, мы пойдем купаться. Вот, отлично. Кость, прикольно, крыль, водоросли. Только у тебя кусок рыжих волос, но ничего. Кстати, да. Сейчас я буду пить чаек с шоколадкой, а потом уже потихоньку ложиться спать. Где мы второй? Они что, дверь закрыли? Вот он, сетирка. Идем обратно. Bye.
часто бывают у нас технические неполадки. Мы же в прямом эфире работаем. Возможно, все, поэтому... А как вы из них находите? А мы так и говорим, что у нас технические неполадки. И, как правило, если что-то идет не так, просто откровенно комментируем зрителю свои действия. Так и так, что мы работаем в прямом эфире, возможно, все. Бывает, что падает микрофон или обрывается связь. И мы все люди, и техника тоже иногда сдает. Поэтому, мне кажется, нужно быть честной и не делать вид, что все происходит, все в порядке. Просто что-то вам показалось. Нет, мы все говорим честно и открыто. Вот и третья смена подошла к концу. Ну а вы не забудьте написать, какая часть влога вам понравилась больше. Всем пока-пока.